Здравствуйте! Вы смотрите Горняк Спорт Инфо. Представляем соперника. В этом выпуске мы расскажем вам о Десне из города Чернигов. Итак, футбольный клуб «Десна» – клуб с большой историей. За свое существование команда становилась серебряным призером чемпионата 2-й лиги УССР, полуфиналистом Кубка УССР, бронзовым призером 2-й лиги, трижды серебряным призером 2-й лиги и трижды чемпионом 2-й лиги. За историю участия в соревнованиях Горняк Спорт с клубом из Чернигова встречался дважды. И оба раза северяне оставили горняков с нулем. Было это в далеких 2004 и 2005 годах. Горняки с большим упорством готовятся к этой игре, чтобы вернуть себе прежнюю позицию в турнирной таблице. А может даже и улучшить ее. На поле по-прежнему не выйдет Климаков. Он еще не оправился от травмы, полученной в Тернополе. В целом команда настроена на победу и должна показать достойную игру. Матч 8-го тура чемпионата Украины среди команд 2-й лиги состоится 13 сентября в городе Чернигов на стадионе имени Юрия Гагарина. Начало в 17:00. Все желающие могут наблюдать за событиями на официальных сайтах ФК «Горняк Спорт» и профессиональной футбольной лиги. До новых встреч!